Как басовку. Пиздец. Бля, ну все, пацаны, я теперь знаменитый. Пошли в соку. Вот это рафлица. Батька, пошли в сок. Нихуя там клоун, блядь. Блять, как же я ору. Вот тебе. А, спасибо, блядь. В целом у меня на странице ВКонтакте, опять же, можешь плейлист посмотреть. Вообще, я с детства до сих пор... Бля, ебать, он огромный. Ебать. Да не, он вообще нихуя не жирный. Ну, он типа самый большой. Блядь, всего 200 символов можно. Ну, ты смотри. Бля, я не могу, это качки пошли, сука, я охуел просто, блядь. Сука, котика, ты ебаный даун, блядь. По-моему, это... Сука, пиздец, блядь. Или да, я не знаю, сам думай. Не, давай ты, качка, давай вот теперь ты. Я сейчас, я думаю. Вот так. Либо так, либо может просто Godots плюс один и все. Вот ща. Во. Так смеяться. Тык-тыкаю. Тык-тык-тык-тык. По лагерному. Как онлайн, блядь, как включить онлайн? А там, короче, есть вот там, где вот у все, тебя... Все. Ну, знаешь, в исправительных лагерях... Я понял, нет. Обычно люди изворачиваются, там разные... Порой жизненная ситуация и обстоятельства толкают их на всякую... Или стримов этих. Померила лоб, короче, сейчас пойдет, короче, таблетку давать. Может быть, иногда бывает... Я мог бы эти заточить пилочкой. Да. Они были бумажные, но зато... Нам, видишь, там, походу, у них... Ебать, он сидит, короче, реально как авторитет на зоне. Значит, сейчас я вот микрофон... У меня, значит, писал еще ВКонтакте... Так он же медитирует, блядь, лазер, ты думаешь, откуда у него такая сила? Да. Дорогие зрители, она отошла отдохнуть. Я думаю, если будет какой-то медицинский вопрос, она еще раз нас порадует. Медицинский вопрос, блядь. Порадует и расскажет, ответит на ваши вопросы. Ольга Николаевна отдыхает. Мне интересно, что она отвечала на жесткий троллинг, типа, блядь, там... Маски... Она ничего не отвечала. Вот, например, про маску из спермы. Да. Она сказала, что это не помогает. Ну, то есть, типа, она по-умному сделала. Сделать по-умному. Она раньше отвечала на троллинг и просто объясняли. В бараке. Два Марика. Godots плюс один заебал, либо, блядь. Нет, это просто... Ну, я уже отправил. Ты уже отправил. Ты отбывал срок? Не, жду пока она. А судимости какие-то? Нет. По 159-й у тебя есть судимость? Блядь, у тебя есть судимость? Нет. А по этой статье есть судимость? Блядь, а на что она рассчитывает вообще, бля? Он что, тоже ёбик такой же, как Гартер, бля? Не, там чел гений. По 159-й, если кому интересно... Гений, ты смотрел его, что ли? Да, там чел, короче, он... Ищет всяких челов под ККТР. И, короче, просто... Мозоли, и стих роптит просто, короче.
У него это были год назад стримы, он каких-то двух челов набухивал, короче, что они плакали и орали, и мы там тоже, типа, донатили. Бля, да я сам так делаю, просто тут пацан это делает на стрим реально, бля, вот и все. Да чё, охотник за крин. Да-да-да, охотник... Ну, в общем, я им говорил много раз, что это не мозоли, но вообще тщетно, они все мозоли. Прикинь, как ему жарко в этой маске сидеть, бля. Да. Там же нету отверстий, они ж маленькие. То есть, давай сделаем объявление официально. Мне кажется, блядь, у него там уже кислородное голодание, блядь, в башке. Мне кажется, там нету кислородного голодания, потому что нечему голодать. Он упитанный, он не голодает. Пока толстый сохнет, худой сдохнет, да? Синтезирует жир в воду и воду в воздух, бля. Пиздец. В это в кислород. Да ого, да сплизенный, блядь. ГО-20 10х10. 10х10. Слушай, подожди. Что сегодня за день? Я говорю, кто сначала... Такой ужас был в начале, из-за этого мы запустились на полчаса или даже больше позднее. Ну, вообще на час позднее. Вот, а сейчас у нас какие-то проблемы... С донатами. Расскажи. А, кстати, да, интересно. А как ты познакомился со Славой? Сейчас расскажу. Пропустил мы прошлый донат. Я сейчас расскажу, да. Блин, у кого за донатами, они все... Бля, мне интересно, а какой долбоёб ставит дизлайки я таким видосом? Это же вообще, это ж... Это же реально гениально, блядь. Просто... Я тут сижу и делаю ночные войсы с даунами, а там чел просто это монетизировал, вот реально. Mm-hmm. Конечно, мало людей его смотрят, блядь, учитывая то, сколько он этим занимается, там, сколько у него стримы вообще. Не, у него там по 100к есть, короче, это. Я видел, да. Он там с известным челом, короче, делал раньше. Извини, что пропустил твой донат, сейчас мы обо всем поговорим. Еще кто-то нарисовал эту хуйню, блядь, я когда превьюшку, блядь. На, у зрителя, а он пока, он отловецкий пока, у зрителя. Мастер фехтования, но уверенный боец фехтования. Уверенный боец, блядь. Блядь, короче, блядь, доту заебали, блядь. Где канцер? Канцер, блядь. Алло.